Конкурс молодых специалистов в Алекминском районе перешел на новый этап. Победители дают мастер-классы, а это позволяет узнать, насколько комфортно им в коллективе. Организация «Газпром Трансгаз Томск» в городе самая молодая, и большая часть работающих в ней как раз молодежь. Как там проводятся подобные мероприятия, расскажет Елена Фаст. К сегодняшнему дню практически не осталось офиса, да и дома, где не работал бы ставший привычным атрибутом компьютер. С каждым годом совершенствуются программы, создаются новые и новые устройства, которые делают работу с ним более комфортной. Проще работникам, имеющим дело с IT-технологиями, системным администратором, программистом. Сергей работает как раз в этой сфере. Он молодой специалист, программист в региональном управлении «Газпром Трансгаз Томск» в городе Алекминске. Готовясь к мастер-классу, он нашел интересные вопросы. Все по-честному, ни одного действительно сложного не было. Но экскурс в историю оказался коварной ловушкой для продвинутой молодежи. Члены комиссии, оценивающие не столько знания, сколько адаптацию специалиста на рабочем месте, отметили сразу. Большое спасибо коллективу. Мы тут посмотрели, действительно, у вас коллектив очень дружный, поэтому вы так быстренько все собрались и так встречались сплоченно. И самое главное, мы видим, что у вас есть помощь молодому специалисту, то есть помощь коллектива своему молодому специалисту. За что вам большое спасибо. Такие конкурсы хороши тем, что часто молодые специалисты за нехваткой времени не могут пообщаться. Во время же этих этапов есть возможность найти новых друзей, поделиться идеями. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.